рассуждать на такие серьезные темы в течение 30 секунд, ну чушь собачья. Тезисно, то есть это вот должна быть ваша главная мысль, то есть направление, да, в каком стоит двигаться России. Главный тезис. Ничего не надо придумывать, все давно придумано до нас. И при царизме, и при коммунизме были абсолютно здравые вещи, которые назывались «Родина», «Отечество», «Ленин говорил, учиться, учиться, еще раз учиться», «Технология» и так далее. Нам не надо выдумывать какую-то национальную идею. Она у нас всегда была, ее по крупицам надо собирать в одну вот эту мозаику, должна вот сложиться, эти пазлы. Все очень просто. Можно сколько угодно критиковать правительство, но когда разговор идет о внешней политике, тут мы должны быть единым целым. Это мое мнение.